Sveiki, mėlyi žiūrovai, ir vėl su jumis Andrejus Markovas, Evgenijus Rinkovas, naujas kanalas ir lietuvių kalbos pamoka. Сегодня мы выучим несколько литовских слов с Евгением Саренковым и, конечно же, с вами. Пишите в комментариях, как вам кажется, что означают эти, на первый взгляд, непонятные и ужасные слова, хотя все они очень добрые и милые. Пишите в комментариях, как вам кажется, что вначале имел в виду Андрей, когда пытался вызвать дьявола вот этим своим. А, я это и сделал. Итак, первое литовское слово. Женечка, ты готов? Да, я всегда. Мне не терпится тебя, наконец, просветить. Давай, накидывай. Чтобы ты новое узнал бы. Давай, я готов. Ты что? Ты живешь в своей теме. Белорусская мова, это мова, говорю, литовская колба, это... Все очень просто. На самом деле, литовский язык – это очень простой язык. Очень, добавляете логичный, везде ас, он логичный, да. Просто ас добавляете. Стол, и столос, все. Стул, стулос. Но есть исключение. Машина, мощина. Вот, запомните. Вот так, поехали. Да. Итак, первое литовское слово, которое предстоит Евгению выучить, это слово вот такое. Кукулис. Кукулис, да. Кукулис. Помнишь, мы с тобой учили не так давно слово кукутис? Кукутис, да. Кукутис, а это кукулис. 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 Кукулис, да. Угу. Это такая вот... Это такса. Кукулис – это такса. Да, потому что таксы, они – это охотничья собака, специально норная собака, чтобы лис охотиться на лис. Угу. И когда собака засовывала морду в нору, она говорила «Кукулис, я здесь!» И вот поэтому... Слушай, очень близко. Логишки. Очень близко, да. Логишки. На самом деле, очень близко. Давай. Варианты. Кукулис – это? Кукулис – это кулек. Кукулис с семечками. Ну да, да. Кукулис – это кулек. Да. Кулек семечек. Кулек чего угодно. Кулек чего-либо, да. Чего-либо. Да. Кукулис – это маленькая... Нет, это котлета? Это, скажи мне, это котлета или то, что я вижу? Это котлетка. Это фригателечка такая. Блин, почему ты выбрал картинку котлетки такую, что черт пойми... Ну, это похоже на кукулис, да. Это кукулис, да. Это кукулис такой. Да. Очень вкусный говяжий кукулис, пример. Вот так можно говорить даже, да. Говяжий кукулис. Да, и кукулис – это вот человек, когда он хитрый человек, он куку чуть-чуть такой вот. Это когда уже немножко крышняк подтек. Да, крышняк едет уже, такой, он еще типа хитрый, но уже крыша едет. Вот кукулис. Это кукулис. Ага. Кукулис, очень интересно. Ну, смотри, мне кажется, что все-таки есть другие слова в литовском языке, чтобы описать старого сумасшедшего человека. Ну да, конечно. Таких слов много. Да, практически каждое. Да. Так. Мы, кстати, если вы пропустили уроки, вот там на картинке Путинас, на литовском именно так, а еще Путинас, это на литовском ягода калина. Все верно, Жень, ты хороший ученик. Я просто напоминаю. Мне просто очень нравится вот Лада Путинас. Лада калина. Да. Угу. На болоте растет. На болоте растет, там ее и собирают, да. Итак, кукулис. Очень кукулис. Похоже на котлетос, но все-таки я думаю, что... Котлетос? Ну, котлетос. Ну, вот ты смеешься, вот котлета, это будет котлетос. 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 Котлетос, да. А кукулис – это тефтеля. Тефтелечка. Блин, ну только не говори, что это кулек. А почему? Ну, потому что это не так классно, потому что нет ничего приятнее, чем заказать себе на обед пюрешку с кукулисом. Пюрешечка с кукулисом? Да, конечно, хочешь? Это котлета, конечно. Совершенно верно, кукулис – это будет маленькая котлеточка, фригателечка, это вот про все верно, да. Классно. Да. Да, кукулис. Мясные кукулисы – это очень вкусное блюдо на самом деле. Мы на этой неделе учили еще слова. Кукишки мы учили. Очень похожи они. Кукулисы, кукишки. Могли бы те же картинки, кстати, быть. Да, ладно, поехали. Кукулис. Все, следующее слово. Маленькая котлетка. Маленькая котлетка. Маленькая котлетка. Фригателечка маленькая. Да. Да. Итак, следующее слово. Специально для тебя, Женечка. Вот. Давай. Пусе. Пусе. Ну, пусе райд. Это. Ну, смотри. Это плохое слово. Смотри. Потому что это англицизмы, американизмы пришли. Из рэпа пришло это слово в литовский язык. Самое лучшее. Смотри, да. Пуся. Пуся. Да. Пуся. Пуся – это половинка. Пуся – это половинка. Да, действительно. Да, ты моя вторая пуся. Ты моя вторая пуся. Да, встретились две пуси. Две пуси. И живут долго и счастливо. И потом отнести детей к Кунигасу. Вот так вот. Итак, это пуся, из прошлого урока, урока, конечно, вы должны были знать, да. И запомнить уже. Итак, пуся, да. Это сестра.
Пуся. Пуся. Такая, да. Есть брат? Да. Бролис. Типа вот у тебя есть пуся? Mm-hmm. Ты говоришь, у меня только, да, у меня есть старшая пуся. У меня только медпуся. Да. Вот медпуся. Можно, это... можно медпуся, да. Mm-hmm. Картинка хорошая. Дальше. Очень хорошая. Итак, и пуся, пуся, это киска. Ой, ты моя пуся. Маленькая киска, пуся. Да, пуся. Итак. Почему? Почему это все одно и то же? Где во всяком случае на картинках. Половинка, мы... сестра, киска. И киска. Мы напоминаем, что это ассоциативное изучение языка, поэтому зная как... Ладно, я просто признаюсь, это слово я знал, ну, поэтому... Подожди, вот мне интересно, как ты его выучил? Может быть, ты неправильно знал слово это? Пуси, да, я вообще сначала в шоке был, мне официантки сначала спрашивали. Когда ты там заказывал, да-да-да, там большую пиццу заказывал, ну, пиццу заказываешь, она говорит, пуси, арбапилная, и ты такой, как интересно. Все время пуси выбирал, а, в общем, это половинка. Пуся, да, пуся, это половинка. Да. Ну, такое у нас, ну, хорошее у слово. У нас очень-очень такой, очень любвеобильный и где-то очень... Любвеобильный, такой, ну, естественно. Эротический литовский язык, как вы поняли, пуся, видите, очень хорошо. Учили слово мандагей. Да, эротический и язык, там, потому что да. Язык это лежуве. Лежувец, да, лежувец. Лежувец, ты когда лежишь на диване, что да. Ты делаешь? Я лежувец. Ну вот. Итак, следующее, последнее, третье слово, которое мы сегодня выучим вместе с вами. Давай, с давай. Саренковым, это удиви слово, вот прочитай. Опять! Еймас. Еймас. Есть предположение? Моей виски кола. Еймас. Еймас. Слушайте, ну это когда из прошлого урока этот, как его? Блин, я забыл. Вот епископа, да. Попежис. Это вот архиепископ. Да, да, типа архи. Еймас. Итак. Слушайте, это заклинание какое-то страшное, такое вот. Дед Мороз. Ну, страшное слово. Дед Мороз. Это я понял. Дед Мороз, когда приходит, это он так. Иимас! И все такие. О, Рождество! Это Рождество. Рождество. Может быть, кстати, да. Иимас это заикание. Иимас. Это очень похоже. Да, заикание. Еймас. Еймас, да. Ты пока выговоришь, ты 700 раз заикнешься, никто не поймет, что это... Да, это еймас, это да, заикание. Еймас да. Это вход. А ты умеешь выбирать вход. Еймас. Еймас. Причем вход под землю, судя по картинке, это такое. Ну, в преисподнюю. Еймас. В преисподнюю. Открылся перед нами Еймас. Да, как врата ада. Может быть, да, это вход. И Еймас это массаж. Сделай мне Еймас. Расслабляющий Еймас. Да, вот именно расслабляющий Еймас. Ой, Еймас. Ты будто кашляешь. Еймас. Я считаю, что это... Ну, смотри. Для заикания очень слово, сложное слово. Ну, заика бы никогда не придумал, что заикание должно называться Еймас. Ну, здесь, смотри, здесь нету согласных, понимаешь? А, ну, может быть, да. Там две согласных. Да. Я не хочу тебя расстраивать, но две есть. Ну да, и место, что очень мало. Ну, из 17 букв сложно, да. Проще. Еймас. Да. Иимас. Это что-то вообще из эстонского такое протяжное. Иимас массаж. Да. Иимас. Это. Иимас. Иимас. Это, блин, слушай, это вход в преисподнюю, я уверен. Потому что дьявол придумал это слово. И ждет там, пока кто-нибудь зайдет. И ждет, да? Да. Да, абсолютно верно. Иимас это вход. Это вход в Иимас. Слушай, я вот сейчас сказал про дьявола, да. И вспомнил с прошлого урока, что Девос – это бог. Да. Представляете? Девос. Дьявол, у всех дьявол – это дьявол, а у литовцев Девос – это ну, бог. Слушай, а дьявол как? В латинице Деос – тоже бог был. Деус, Деус, Красна, Деус, бац. Дьявол будет Вяльнес. Ты просто что-то... Вяльнес? Да. Вяльнес. Вяльнес Ирдеус. Красиво.
Мы вернемся. У нас еще будет отдельно, смотри, у нас есть ЖШИ проект, это мы мову и колбу учим, а еще какой-нибудь проект запустим, где будем Библию учить. Я думаю, на двух языках ты имеешь? На всех. Будем прям читать на латинском. Я думаю, будет интересно. Ну, а на этом слове на ИИМАСИ мы заканчиваем наш урок литовского языка с Евгением Соленковым. И, конечно же, с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео и ждите новых уроков.